Вижу, вижу. Хороший. Пацан. Хороший? Пацан, ну, я по-моему, да. По-моему, я... очень. Всем привет, ребят, находимся в Астрахани на рыболовной базе на крючке. Второй день рыбалки. Уже устали. За первый день уже наловились. Вчера приехали часов, наверное, в 12 и днем в жару клевал. Сегодня вот с утреца. Сейчас будем закидывать на сомика, на сазаника. Ну, будем уж пробовать что-то ловить. Я думаю, мы сейчас будем бегать туда-сюда. Лев вчера там бегал, кричал. Далее, держи удочку. Так что вот такие вот дела. Уже один спиннинг в воде. Я думаю, сейчас минут 10-15 и начнем уже ловить. Ух, на еще один. На еще один? Конечно. Сейчас. Давайте меня. Что, не клюет? Че, на пока. Че, туда или обратно? На, ставь туда. Сейчас тут разберем чуть. Так. Насадка, ребят, смотрите, ушатали, тут. Ушатали крючок. Не прослабляйтесь, не прослабляйтесь. Вы крючки ушатываете. Вот такая вот насадочка у нас. На сомика. Так вот делаешь. Клюет только так. Так как не хочет. Понятно, не хочет. Опа, вот так. Прям сюда вот так. Вижу, вижу. О, хороший. Так, привыкнуть надо. Да не, сейчас. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Первый. О! Это хороший, не надо, не надо, не надо. Нормально. Это не держит, что хорошо. Чуть-чуть потерял. Утрешний сомик. Хорошо идет. Такого надо попросить, конкретно. Приподнимается или не приподнимается? Да нет, там небольшой поход. О, утечка хорошая. Смотрим за удочками, а не за тем, как... Невозможно же. О, блин. Это вот я назад и говорил. О, приятный. Ничего страшного. Давай вот сюда. Сейчас. Попрошу. Иди, иди. Взяли. Пиво взяли. Лев, смотри, твоя соседняя. О, тут хорошо прям. Надел. Делов надел. Сейчас. Надо нож. Давай, да. Дай, дядя. Да. Так, сейчас убери, или это сейчас сомика подам. Пиво, ребят, такое вот.
Савчик. Самый на жареху. Самый жареха. Оба. Давай, Серега. Оформим. Красавцы. Готово. Так, мне надо одну перезакинуть. Ребят, только перезакину. Идет маленькая. Серег. Маленькая поклевочка. Сомик. О, Серега впорол. О, сподивляется. Есть? Ты не видишь? Может, не берет? Ну да, что тут. С отрицал он как-то поинтереснее, хоть размер, да? Ну да. Вот поменьше, чем тут. Ребят, такая масса сама стоит, что крупному толком не дает. Видно, что есть хороший экземпляр. Что, подсачек? Да. Не надо там подсачек. А, вот там у вас поводок. О. Не, поводок-то выдержит, наверное. Вот, Серега, сюда ты его не подашь? Да куда? Давай открывай. Ой, спиннинг там крепкий. Под 300, я просто не... 300 грамм, да. О! Давай, высыпай. О, как хорошо. Давай, бери. Взял? Ну, чуть-чуть поменьше, но приятное сопротивление против течения. Передний, смотри. Спокойно, тихо, да. Все, Сазани, Серег. Спокойно. Ага. Лев, иди. А? Иди, быстрее. Забираю его. Идет? Ага. Лев попер. Вчера такие приколы были, когда она вытягивала. Сазаник, да? Да. Не, он не до этого уже был. Пошел? Не, идет. Да она уже затовая. Жабу? Две штуки. Ах ты, за лапку. Ох. Первый утрешний сазанник. О. Спиннинг закрыт. А он мелкий, не хитрый. Ага. Оп. Попускали. Ну такое где-то. Двушечка. Двушечка есть. Сильнее подсекает. О-о-о. Сильнее, это тут спиннинг как палка. Сильнее подсекает. Самярик в Сереге. Такой же, наверное. Спиннинг такой же жесткий, прям подсекает хорошо. Ну да. Он не прогибается. Что идет? Там 300 тест у спиннинга. У меня белобушка тоже 300, но он этот,
Помягче. Это я для квока взял. Вот. У меня тоже на квок. Рыбалка шоп. Много там для сомика снастей у нас. Такой вот. Мама. Нифига он как. Сколько вы этих скажу? Спортсмены. Одни лягушки на более активные берет. А у тебя две серег было? Кого? Лягушки. Одна. Одна? Что тут начинается? Не успеваешь, бегаешь, как дурной. Вот это сазанина. Я тебе скажу, когда взять, подожди. Подожди. Ухо. Подожди. А сом сошел, да? А не, гнил. Сидит. И сом сидит, и там сазана вытащили. Сидит. Тихо, подожди, он сплыть должен. Воздух. Подожди, он сейчас успокоится. Кабанчик. Тихо. Взяли. Взяли кабана и следом сама, да? Сидит там что-то. Сошел, зараза. Короче, 4 удочки сразу клюнуло. Просто не успеваешь. Вот это... Тварюга. Заглотилках. Тут же мы их полностью. Смотрите. За глаза прям. За глаза возьми их вот так вот. За глаза. О, кабан. Кабанчик. А ты что, Лех, нормально вытащил? О, дядь Миша, походу, рекорд побил. Не успеваешь ничего делать. Фу. Кобздец какой-то. Ну так вот. Еле-еле. Не серьезно. И он взял и в бок пошел. Угу. Не, ну честно. Так-то вроде чуть-чуть неплохой. О-о-о, торпеда, гля, он выматывает. До дна дошел, уперся к одну. Реже скажет. Он пошел в другую сторону. Не, хороший. Либо боком. Да не, торпедка хорошая, ты гля, он вообще не дается. Не, ну это уже не смешно. Ты гля, он сел. Подвесил он на одном месте. Зачетно. Трофей? Ну, астраханский. Не поднимается. Не поднимается. Да, гля, сел на одно, да? По одной. Бог, ну, вроде как бог. Сама забагрили. Сама забагрили? Приподнимай. Леска, что? Да куда еще? Он сейчас сломает спину. На, какая борьба. Чуть его подымешь на середину, блин, и он сразу он выматывает, не дается. Вообще тут сам. Хороший, походу. Мне кажется, боком мы его зацепили. Ну, мало ли. Может, все-таки трофейчик. Все сбежались. Я видел сазан. Хороший? Сазан. Ну, я, по-моему, да. По-моему, очень. Ну, вчера мы на этот спиннинг вытаскивали, да, вот этих? По сколько там? По 7 они килограммы. Либо боком, либо
Нет, это очень хорошая сазан. Тихо, тихо. Лер, тихо. Да, дядь Миша пускай на подсак. Ты не возьмешь. Ты такого не возьмешь. Приподнимай его. Все сбежались. Я его поднимал, функционально срабатывает он. Поднимай. Слышь, что, Серег, мне его сейчас самому... Берите меня за мат. Мне сейчас самому плохо станет, сколько уже его вытягиваем. Там десятка, наверное. 9 точно. Так, надо по за спинги поглядывать. У нас ничего тут не утащило, просто тут вообще что-то... О, есть, взяли. Так. О! Вот это всё. Да что, я прослабляться, я понял. Кабан. Есть, Серёг, трофей твой стахацкий. Убирай вот эту черную, убирай ее, убирай на дно. Это, блин. Окей, вот теперь я буду. На крючке. Да вот, стараюсь там смотреть вообще. Прям интересно, да, сколько себе? Ну, я думаю, килограмм... 7-8. Да ну, не, нет, больше. 9-10. 9-10, да, это по-любому. 9, точно. Ну-ка, ребят, напишите в комментариях. На базу приедем, взвешиваем. 9-10. А спинник тоненький. 9. На жерика. Да у него рот тут. Ну, он макуху, наверное, всю может, да, вместе с грудью? Да там пачка добрая, я тебе хочу сказать. Кабан. Да, это, наверное, десятка. Эти руки трясутся, видишь? Да, конечно, ё-моё, я сам стоял тут, думал, нихера себе, блин. Меня самого трясти начало, блин. Ну чё, Ля? Давай. Да сидит он по-любому там. Пока легко идёт. Так, спинник вырубай. Давай. Спиннингом, подмотало. Устал опять же? Во. Во, видишь? Передвигайся, Лер. Сазан. Сазан? Да. Так, а где у нас? О, подводи его туда. Не круто. Приподнимай. Пока не запутал. Поднимай. Да. Опа. Оп. Да что ли? Вот так. Присядь пока у меня там на сиденье. Держи ручку. Соскочил, сволочь. Лап. Какая? Ну бери ее сейчас. Я, Миш, я положу? Да, склади. Тут сон клюет. Когда успеть, блин? Я просто тут сразу не успеваю уже. Я уже даже подпотел, блин. Это с утра рыбалка. Прям хорошо, смотри. Давил? Загибал даже. Ну, он уже еще поклевывает. Давай теперь я возьму. Тихо, спокойней. Тебя клюет? Да. Проходи, давай. Скользко. Скользко. Перешагивай. Пускай. Такой бардак. Бардак, да. Надо. Посматривали за удочкой, пошел развязывать. Ничего тут не успеваю, ни хера. Делаем, ребят, значит. За бульки. Так. Такие вот крючки на кушатнике.
Ханзу. Так. Зеленый, не пойму. Зеленый, Серег, у тебя поклевал. Вот это вот? Да, дюбель. Я его только закинул. С лягушкой дюбель. А, ты его подтягиваешь? Вот такой вот, три лягушки. Сейчас буду кушать, закидывать. Где у нас тут кушатник? Сомикля. Ну жди, делай, как дядь Миша. Вытащила, попустила ему туда. Такого? Не. Да. Взяла, гля, щеки затряслись, ты видал? Хороший. Есть. Не попускай. Вот, даже фрикцион хрустит. Взяла его. Это... Еще не взяла, да, сам. Мелочь. Ветка так высоко залазит. Мне кажется, была лестница, она обновилась. Что-то попадается. Так. Надо сменить шкуру. Мне что, немножко жарко становится. Теплее чуть-чуть. Взяла ты, Лёх, все-таки, да, Самик? Сегодня у нас. Сколько? Три раза где-то не получалось подсечь его. С такой подводкой, ребята. Берем. Такой, да? Маленький. Ну подожди, ты тебя тяни маленький. Да не, блин, это тянешь ведь вначале более-менее. Большой его не видел. Ну да, он головастик какой. Еще крути-крути, но еще надо. Крути-крути. Давай, слазь, бери сама. Только аккуратно эту плетенку. Все. Подтягивай. Давай, помогу. Аккуратно плетеночку. Лучше доставай. Все, закидывай в лодку. Все. Стой. Мелкий тварь. Есть мелких много. Вон, бери. Пытайся. Сильно только там. Ты так плетенку не держи. Смотри, он это сильно вот он не покалечит. Так, ну чё, погнали. Оба. Перекидываем на сазаник. Такого отпустить? Конечно, таких, да. Утопи его в воде. Что, опять запутал? Подай, пожалуйста, сигареты. Пинг. Так, далее бери чуть-чуть. О. Не чуть-чуть, я тебе так влад. Зачем же ты так подпишешь? Хотел бы ему санин. Если сидит, то он твой. О. Так, вроде торпедка. Посмотрим. Не чувствую, сюда идет. Только закинул, ребят. На наш мой кушатник. Переделал самины спиннинги. Это у нас 2.40. 200 грамм тест. Приятно вываживать. Удочку у него уберите, чтобы было поближе подавить. Небольшой. Вообще, набоил. Набоил. Потяни, дед. Вот он сейчас опять нам сидит. Давай. Ну, запрыгни, пропади. Ё. Держи, я в натяг.
пресса, она тогда не греет. Да, что-то уже там намутил. Все. Принял его. Желтый бойл захотел. Сразу на бойл. Давай. Или что, или скинем такой? Скинем. Давай, пускай. Что за сранец такой, а? Наглец. Будем вторую часть делать. Уже отловились неплохо, в принципе. Рыбалка уже удалась. Часа два мы постояли. Сомика нету зачетного пока. Не дает мелкий ему, видно, брать. И по три лягушки пофиг берет, блин, головастик. Ну нет-нет, есть хорошие. По сазану делов вообще не... спорных никаких нету. Там вот наловили хорошо. О, Лев, поспешила, поспешила. Это... Вот, блин, опять, а вообще даже записать нельзя, блин. Сделаю вторую часть. Во второй части взвесим сазаника тогда. Думаю, она выйдет скоро. Узнаем его вес. Подписывайтесь на канал. Блин, уже путаюсь. Подписывайтесь на канал на рыбалку.